ситуация у нас окончательная, бесповоротная. Мы даже не знаем, что нам делать. Автобуса нету, не можем выехать ни в больницу, ни в школу, ни в детский сад, никуда. Многие же еще дети где-то же учатся, как бы, да? Вот. И вообще нужно поселковские, ну, как-то нужно их это... Так, есть, не надо. Вот. Выехать никуда не можем. Без автобуса мы вообще никто. Ну, вы здесь как получается отрезаны, да, от внешнего мира, потому что проходящих автобусов нету. У нас только наш был автобус единственный. И то был автобус, конечно, плохой был, но мы хотя бы были этому рады. Теперь остались вообще без детского сада. У вас здесь тоже нет? Детского сада нету. Детей возят кто за Волжский, кто куда. На автобусе возили, да? На автобусе возили, да. На автобусе возили, ну, кто как может. А теперь как? А теперь дети дома сидят. Власти вам что-то объясняют, обещают? Власти нам ничего не объясняют, ничего не обещают и ничего нам не говорят. Мы даже не знаем, почему такая ситуация сложилась к нашему поселку вообще. Вот.